Всевышнего прошу, и утром, и вечером Всевышнему, чтобы вот это прекратилось, чтобы до дому попасть. Ну, война, война – это сложная штука. Значит, город находится под обстрелом в прямой зоне. Я могу с февраля прошлого года рассказать точно, куда они били, когда вот тут вот просто гражданских убивало посреди площади. И вот поверьте мне, военных объектов здесь не было ни одного. Вот это я видел, куда они бьют. Это фашизм. Ходили людей, вели учет. Все в книжечку писали. Потом нашу эту книжечку назвали «Книгой смерти города рубежного». По строителям начались боевые действия. 14 марта начался первый обстрел города рубежного. Когда приехал на эвакуационный пункт, я понял, что надо помогать людям. Не было у нас ни газа, ни воды. Организовали две столовых. Видели нас 8 человек. Вот наш главный повар Анжела. Раньше работал в ресторане. Жить на границе с войной. Не знаю, за полтора года эти, которые прошли, даже больше уже, привык к обстрелам. Вот у меня дочка научилась в Харькове до войны, была вынуждена выехать к сестре в Адлер. Сейчас вот она приехала проведать меня. Ей страшно. А мы, которые были, мы уже научились различать, где прилет, где отлет. Уже не обращаешь внимания. Город находится ближе к линии боевых действий. Не был нанесен такой урон инфраструктуре коммунального хозяйства, как в Лисичанске. Это раз, что не может не радовать, это нам облегчает работу, но больше урон по жилью, где мы должны восстанавливать. Ну и тихо-тихо мы уже туда, на сегодняшний день уже 150 тонн различных грузов, в основном это строительный материал для восстановления города доставили. Пока мы не можем там очень хорошо развернуться, потому что вот там уже военные еще не дают нам, говорят, ребят, погодите, не торопитесь, то есть там город чаще подвергается обстрелам, как я уже сказал, линия боевого столкновения там намного ближе, мы все равно какие-то работы мы там ведем, то есть мы также будем потихонечку доставлять туда пленку, шифер, чтобы люди в зимний период могли входить не с текущими кровлями. Стекла, так как мы еще ставить не можем, потому что ну, это просто пустая трата денег, прилетает, взрывается, стекла в квартале их просто нет. Но для того, чтобы хотя бы ветер не задувал квартиры, эту всю работу мы потихонечку начали, мы ее видим. Ну это что же они быстро делаются? В один момент по щелчку, это ж не старик Хаттабыч, дернул и все у него получилось. Так не бывает. Хотелось бы, но не бывает. Поэтому тихо, спокойно, но идем вперед. Видя профессионализм, так сказать, партнеров Татарстана, я уверен, что мы это сделаем четко, быстро, грамотно. И для всех жителей рубежного, я думаю, это будет праздником. Татарстан, последний раз, когда приезжали, нам привезли гуманитарную помощь, они нам привезли 20 колясок. Коляски по периодичности, как забирают вот, родителя, мы достаем коляски новые, открываем их, с той стороны ставим, и мамочки сами выбирают. То есть папа с мамой, с бабушкой, с дедушкой придут, они выберут сами такую, какую они хотят. До этого я работала на военном заводе, мы делали тротил. Все стремились помочь, наверное, человеку. Людям всем, потому что все приходили, все просили о помощи. И мы понимали, что это все безвыходная ситуация, нужно было ее решать и делать. Да все делали сами. Когда мы сюда зашли, здесь было все разбито. Мы тоже позакрывали где-то стекла, ребята сделали воду. Друг другу все помогали. Перелом, упал, черепно-мозговая, третий инсульт, группа первая, инвалид, лежачие. Что нужно? Памперсы нужны. Помимо памперсов постоянно спрашивают, а у вас есть средства? Обрабатывать кожу, которая не сушит, а все-таки пролежни у людей начинаются. Иногда устаешь до такой степени, что ты просто спал, и ты реально не слышал. Хотя при этом, допустим, взорвалось такое здание большое, это обрушение было, это все, это звук, говорят, у людей уши заложили, а ты спал от того, что ты устал. Вынесло окна, вынесло двери, газу нету, воды нету, света нету, глаз потеряла. Всевышнего прошу,
и утром, и вечером Всевышнему, чтобы вот это прекратилось, чтобы до дому попасть, чтобы до дому попасть, в свой уголочек. Звездочка эта. Вы знаете, уже привычка. Это уже привычка. Уже даже вот это вот шумят, в смысле взрываются там где-то. Уже внимания не обращаешь. Вот так вот, как сейчас гремит, это вообще хорошо. Не дай бог, это когда ребята не удержат и все это, идут назад, это самое страшное. Для нас это да. Держаться. Не терять человеческий облик. Военные стоят там, это низкий поклон нашим военным. Спасибо, мы за ними как за каменной стеной, потому что мы с ними общаемся, сказали, враг сюда не пройдет. Все будет Россия. Живем и будем жить, назло вам, идиоты. Извиняюсь за эмоции, но, к сожалению, такое бывает. Знаете как, вот страшно другое. По улицам подхожу к песочнице, а там 3-4 маленьких ребенка сидят и играются. И вот тут вот так вот, знаете, сердце начинает стучать. Вот это страшно. Потому что, говорю, слишком много эмоций могу высказать. Сволочи. Лупят куда попало. Потом рассказывают анекдот. Ну ничего, каждому воздастся.